В выставке принимают участие предприятия санаторно-курортного комплекса, торговли и переработки. Последние особо заинтересованы в расширении продаж продукции и активно работают над обновлением ассортимента, улучшением качества и товарного вида. Все свои достижения компании представили в линейке 2500 наименований хлебобулочных изделий, мясной и молочной продукции, безалкогольных напитков, овощей и фруктов. Сегодня лучшие перерабатывающие предприятия края представили свою продукцию для того, чтобы еще раз показать, что Кубань – житница России. Мы можем производить все. Впервые на выставке такого масштаба свою продукцию представляет предприятие из хутора Державный Успенского района. Компания-производитель предлагает 9 сортов сыра, 3 вида масла и сметану из цельного молока. У нас те коровки, которые пасутся на наших краснодарских лугах, которые производят наше молочко. Мы напрямую покупаем. Есть здесь молоковоз, который собирает у населения молочко. Мы его перерабатываем и напрямую, без посредников, доводим до наших покупателей. И таких производителей, которые предлагают качественную продукцию, на выставке представлено более 50. Для того, чтобы потребители могли оценить качество кубанской продукции, все предприятия предоставили возможность дегустации. У нас отдельные предприятия, были времена, использовали импортное, допустим, мясо-сырье, порядка 50% его было в объеме производства. В данный момент, на сегодняшний день, составляет порядка 5%. То есть перешли полностью на сырье российского производителя, работают в части модернизации. Буквально, если провести такую цифру, за последние 5 лет в развитие и техническое перевооружение вложено 62 миллиарда денежных средств. А это значит, что помимо внутреннего содержимого продукции, кубанские производители стали уделять внимание упаковке. Теперь фасовка может быть от 10 грамм до тонны, что необходимо для поставок в санаторно-курортные учреждения. Подобные выставки проводятся уже 5-й год, и около 2500 краевых предприятий по переработке смогли ощутить результаты в планах заключения договоров и увеличить объемы продаж. А местные здравницы получают возможность уйти от посредников и кормить отдыхающих не только вкусной, но и полезной пищей. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.